Всем привет, с вами Агара. Будем продолжать наше расследование. Так, давай, вставить билет. Поехали. Начать. Stop! Hello, operator. Please connect me to the police, please. Captain? When are you coming back? У нас это без субтитров. Flora, could I persuade you to come out of the rain, Flora? Mr. Tesla? Search each floor and report back to me. Дал ей оружие, да? Stop! Ну это мы уже видели. Глава вторая. Так, стой. Да. Вот появились субтитры. Я хочу, знаете, как потом просмотреть еще, кто чем занимался, в какое время, потому что мы не всех посмотрели. Ходит по одной фигурке, собирает. Там тебе еще долго собирать. Что он ищет? Да? Там вот смотри, этот спускается сверху. Типа не палимся, да? You look guilty. Hey, why do you say that? Calm yourself, boy. People murder for personal gain. What more does a Vandenberg have to gain in life? It would take you 10 lifetimes to spend all that money. So, where were you when Tessa met his grisly fate? Upstairs. Ah. But how do you know that's when he got? Well, it must have been some time between when that woman was shouting at him and when the detective arrived. What woman? Которая плакала. I'll be back. Так, надо не забыть, что он сказал во время убийства, он был наверху. Надо это проверить. Продолжает ковырять. Так, пойдемте-ка за ним. Тут не надо было закрыть. Заметят. Нифига у него тут бункер. Это секретная лаборатория. Нет никого за нами. Там дверь открыта. А чё ты встал? Пойдем. Ты чё? Я пойду посмотрю. Ого, у него тут. Ничего себе. Ты идешь? Ну что ему тут может понадобиться? Вот разве что вот это? А это просто папка, да, какая-то? Чего интересного? Мы же здесь были уже, да, вроде? Сегодня моя помощница Флора наконец-то получила известие о своем муже. Я знаю, что должен ее утешить, но мой разум поглощен завершением спиритического радио. Это я читала, да? Не уверен, что оно будет делать, когда включу, но узнаю сегодня вечером. Сошел с ума? Ночами напролет я слушаю спиритическое радио, но там чего, кроме помех электрических импульсов? Что я ожидал услышать или узнать? Я потратил несколько своих недель пустую, но дорог же я.
Ну что ты там? Может, он его сам хочет проверить, это радио? Тинг. Проектор включил. Если бы ты еще что-то понимал, да, в этом? Ну, такие папки, они что-то не открываются. Опа. Дорогой мистер Тесла, спасибо вам за столь любезное, хотя и довольно двусмысленное приглашение. Не представляю, как вы узнали обо мне, но, по правде говоря, не хватает друзей в последнее время. Так что я с удовольствием прибуду на ваш остров. Однако, пока я буду у вас, пожалуйста, не предлагайте мне выпивку. Порой есть то, чем я не могу совладать, и причина этому алкоголь. С нетерпением жду встречи. Густав Густав. Это вот наш ведь Густав Густав. Пить не умеет. Так, ты куда слинял? Ага. Здесь еще какая-то тайная дверь. Не знает, как открыть. Ну, кто-то идет? Куда он заметался? Да вроде никого нет. Ты куда побежал? Стой! Драпанул. Ты бы еще вниз так спускался. Так, ладно, мы, значит, узнали, что он хотел попасть туда. Hello. Что случилось? About what you heard. You heard a woman. Tell him. Well, a few minutes. Before you arrived, I heard something. What? Someone, a woman's voice, arguing with Tesla. It must have been moments before he was murdered. A woman's voice? Whose voice? I don't know. I was upstairs in my room and the storm was too loud to hear what they were up in arms about. At that time, there was only one woman in this house. Didn't she kill him? Mademoiselle? Надо допросить. Miss Banner? Oh, she seems pleasant enough. But they say she used to be a whitetail. I'm afraid your American slang is lost on me, Mr. Edison. Well, that's probably for the best. Just remember, she's an actress. She lies for a living. Bonsoir, gentlemen. Have the police arrived? No, not yet. Would you please come to the dining room, mademoiselle? I'm not sure I can entertain all three of you at once. Just me, Miss Banner. I suppose that'll do. Ooh la 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 la. You all look very serious. Она такая веселая, тут труп лежит. A man did just die here. No. But the show must go on, no? That door. Is it locked? Yes, it is electromagnetic. What does that mean? If you want to open it, you must turn off the voltage regulator for the whole house. Where's the switch? Outside. Go out the front door. Turn right. I may be a fool. Так, надо будет посмотреть, что они делают. Они хотят открыть, я так понимаю, вот ту дверь. Они тоже про нее в курсе. Просто тут за всеми одновременно не уследить. You flatter me, Monsieur Gustav, but an actor does not seek fame. We seek only truth. Then we have one thing in common. By the way, Mr. Vanderburg says he heard you shouting at Mr. Tesla at the front door moments before he was murdered. Then Monsieur Vanderburg is a liar. Really? The butler let me in, not Tesla. He showed me to my room, and there I stayed until you arrived.
Well, if it wasn't you that was shouting at Mr. Tesla, then who? I don't know. Perhaps we should have a seance and ask him. Why did Tesla invite you here? Just because you're handsome does not mean I will give up my secrets so fast. I am an officer of the law. This will go as fast as I want it to. But you'll get so much deeper if you go slow. Let's play a game together, huh? I'm not interested in games. But you are interested in the truth. In this game, we'll take turns. You answer my question, and then I will answer yours. This way, we both get what we want. Go on. Do you like me? Doesn't. I only care if you do. Why would you care? Is it your question? Oui. Because if the most dangerous man in the house likes me, then I'm not in any danger. Oh, I'm not dangerous. Oh, what a pity. My turn. Monsieur Detective. Она, короче, пудрит мозги. Я читала уже это, да? Да. Two men on a roof. One fell off. There was no way of proving whether he was pushed or he jumped. It's a perfect crime. My turn. I think you came here because Mr. Tesla told you he could make your mistake undone. What was that mistake? I made no mistake. No? No. Somehow Tesla knew a secret that I never told another living soul. I didn't want him dead. I wanted to know how he knew. What's this? Да я посмотрю. It belongs to the man I called outside. Something is burning. Stay here. Так, погнали. Ну, мы ее оставили одну, я не знаю, это правильно, нет? Да тут как, блин, все разбредаются по дому, тут за каждым не побегаешь. Потом только отматывать время. А за ним пока буду ходить. Всех собрал бы в одном месте и допросил бы по очереди или хотя бы к себе приглашал. Тут уходит все. Кто куда хочет. Где они? На втором этаже что? Right here. Так, это троица что-то замышляет. Где дым? Какой дым? Нет, тут все вроде нормально. Кто-то что-то сжег. Что там? What's going on? Где же Тесла? Somebody was trying to burn this document. Well, it certainly wasn't me. Where is Tesla? Once a flamboyant man about town, the inventor Nikola Tesla has not been seen in over 5 months. After abandoning his workshop in Colorado Springs, rumors have spread that he has taken his own... Типа не знаю, где Тесла. Он сюда, наверное, уехал. Что там? For goodness sake, man, what does it say? It says other death. What does that mean, other death? What other death? Не дает. It could be instructions for the killer. No, this is Tesla's handwriting. Do you happen to see anybody else come up here? No. No one... Так, кто сюда мог подниматься, надо выяснить. You smelled that burning from downstairs? I did. You've quite a nose.
куда-то опять почесал. Какой-то шустрый. А ты пойдешь с нами? Эй, он там остался. Надо проследить за той женщиной. Будет. Когда у нас вот эта глава закончится. Ты чё? Я тебя видела. Детектив, I wish to be honest with you. Oh, I thought you were honest all along. Он послушивает. Ну и кто? Виктор Манди. And you know this exactly. Уши греет. You have to do a little better than that. Why else would he run away? Remind me, what was your alibi? Была в комнате. You can seriously believe what Vandenberg said about me. The spoiled little nouveau riche. Call him in here. If I am to be accused, I want to hear him say it to my face. Monsieur Vandenberg! Monsieur Vandenberg! Он как раз тут рядышком был. You told Monsieur Gustav that you heard my voice right before Tesla was murdered. Not exactly. I said I heard a voice. No. You said you heard a woman's voice. I was the only woman in the house. That is an accusation. I can't be sure that it wasn't. May I remind you that you told me quite plainly that you heard a woman arguing with Mr. Tesla moments before I found him dead. Что он сейчас начал придумывать, что это была не женщина? Be truthful now. Why would you say it was? Mr. Edison is a very passionate man. So? Passionate and best agreed with when that lands. Honestly, I think the voice I heard was a man's. A man like Victor Monty. I don't know. Это не Виктор. Mr. Vandenberg, either you were lying then, or you are lying now. This is the truth now. Maybe somebody else got in the house. No. Victor Mondi tried to escape. That means he's guilty. I will decide who's guilty and who's not guilty. How would somebody else have come into the house? Да, дворецкий нам не поможет. Мистер Свон! Get out, both of you. Пошли прочь такой. Давай, выходи отсюда. Меняет показания и пытался проникнуть туда вот. Дверь вот открыть. Про которую говорил дворецкий с этой мадам. Он говорит, надо что-то там генератор отключить, чтобы дверь открыть. По-любому это про ту дверь. Все, конец второй главы. Сейчас подожди, я буду перемотать время. Потому что надо посмотреть, кто что делал. Так, Густав, понятно. Так, Флора. А что у нас? Нету никакого... А, мне нужно вот эти перемотать. Так, что она делала вот тут? Где находилась? Вне дома. Так, потом зашла в дом. Так. Блин, они тут все этими точками, да, помечены, получается? Потом выбежала, вот получается. Я же ее на улице нашла вот здесь. И вместе мы зашли обратно. Вот этот момент надо посмотреть. Это Тесла? Это обнаружение. А вот тут мы с ней встретились. Ага, то есть я не могу посмотреть те моменты, которых не... Call them down immediately. Bang the gun. Hello, operator. Please connect me to the police, please. Search each floor and report back to me. Так, а во второй?
А я ничего не знаю, да, про нее? Так, подожди, как потом еще надо разобраться, как тут. Блин, то есть я не могу проследить тех уже, кого я не видела. Они о чем-то шептались. Ну ладно, ладно. Угу. Этого я тоже во второй части не видела. Угу. Август ходил тут. Well, it must have been some time between when that woman was shouting at him and when the detective arrived. A secret door. Секретная дверь, да. About what you heard. You heard a woman. Tell him. Mr. Vandenberg, either you were lying there. Так, Томас. It says of a death. Угу. Вот этот тоже подозрительный. Короче, Оливер, Флора и он что-то знают про ту дверь. Сара, она какая-то это. Я думаю, что она реально в своей комнате сидела. Хотя... Может, пудрит мозг. Этого мы не видели. Я думаю, что это не Виктор. Ну что ж, продолжим. Так, вернуться. Oh, I thought Mr. Swan was in here. Ah, Flora. Did you find anything? No. Nothing. Why did you want to know where the butler is? I was hungry. What about Victor Mundy? I thought he did it. I'm going to talk to everybody. Да-да-да. Why did you lie about being a detective? I didn't lie. You didn't tell the truth. All that matters is bringing this killer to justice. А что там она его допрашивает? Ну что? Why did you say you weren't a detective? Because a real detective doesn't make mistakes. Everybody makes mistakes. You look like you could use a drink. Нет, ему нельзя пить. I know where Tesla keeps the good whiskey. No. No, there's work to be done. So who do you think killed Mr. Tesla? А зачем ты спрашиваешь? It's a little early for that. У них разговор пока такой. Как мне выследить всех остальных, а? Кто чем занимается? Где-то голоса, блин. Мистер Эдисон! Ты что тут шарашишься? Попробуй еще такой дом огромный, попробуй кого найди. О, ну-ка. Мистер Свон, there you are. Do you have a moment? А чем они с ним постоянно разговаривают? Мне туда тоже надо, блин. You must leave this house. I intend to, but not yet. You must go. Mr. Tesla did not want you here. Well, he's dead, so you can drop the act. I don't know what you're talking about. Have it your way. The lock. The door, he changed the lock. I want the new combination. Вот, она тоже туда хочет попасть. You know the one I mean. And if you don't give me the combination, I'll tell everyone the truth about you. Madam, we have never met before. I think perhaps you have me confused with someone. The detective and I found Tesla dead. Then you showed up right there and then he asked you, besides us three, how many people are there in this house? Do you remember what you said? You said four. Four other people, which is strange because at that point you didn't know Tesla was dead because we hadn't told you yet. Which means you should have said five. It was just a mistake.
Может, он просто знает, кто убил? Madam, that is absolutely untrue. Or perhaps there's another explanation. You could see he was dead. Because you're not blind at all. Ого! Он не слепой? I assure you, I have been blind my whole life. Tesla may be dead. But if people found out you lied to get your position here, they'll send you back to where you came from. Back into chains. I am blind. There's enough suffering in this world already. I'd hate for you to be dragged back into your old life. I imagine it wasn't very nice. But madam, I am blind. You're blind. Yes, yes, yes. Так это же легко проверить. Very well. Then you're no use to me. No. Фига себе. А, он увидел пистолет, она проверила. Он не слепой, нифига. Так, он убийца. Все. Или он видел, кто убил. You've saved a very important life today. Believe me. Just make sure no one gets into the basement until I'm done. Так, она пошла. Well, let us what, what test your little theory and see if I had opportunity. Where the hell is that boy? Probably got stuck in a pile of his father's money. Mr. Vandenberg! If you had an alibi, Mr. Edison, you would have told me by now. I didn't expect to be accused. All right. Where were you when Mr. Tesla was killed? I was alone in my room. Все говорят, я был один у себя. I don't remember hearing yours. Maybe you killed him. Да ты дурак, что ли? What's going on? Tell them what you told me. About what you heard. You heard a woman. Tell him. Well, a few minutes before you arrived, I heard something. What? Someone, a woman's voice, arguing with Tesla. Опять меняет показания. It must have been moments before he was murdered. A woman's voice? Whose voice? I don't know. I was upstairs in my room and the storm was too loud to hear what they were up in. Это же он уже говорил, или я что-то путаю? There was only one woman in this house. А я не ее сейчас опять позову. Подожди. Стойка, стойка. А это погнало, где там вход-то? Я ее сейчас не найду, надо было за ней идти. Песнь моря. Так, мне кажется, она не убивала. Ей нужен только этот был пароль. Этот не слепой, вот что мы узнали, это важно. Где ее искать-то теперь? Но куда-то сюда же уходила. Здесь эту дверь открывал только... Опа. Этот пацан. Она открыла дверь-то, да? Нет? О, пистолет. Приложила, однако. А где она сама? Она же сказала, пошла открывать. Катушечки. Или она еще сюда не зашла, ничего не понимаю. Где она носится? Ей уже сказали комбинацию. Голоса слышны из-за двери. Да, она, по-моему, болтает. Все, замолчала.
Так, ну ладно. Непонятно, почему там прилип пистолет. Странно. Два входа еще сюда. Well, it's a fine machine. And I appreciate the fine things in life. Так. I know you do. I'm sorry. William Turner. William Turner. He's an artist. He painted ships, alone at sea, each of them at the mercy of a grey storm. I know how those ships feel. But when he died, and I was in the clink, I sent a man with all my money to buy me one of his drawings. I couldn't afford one of his paintings. I just wanted something small. And at that same auction, another man, a rich gentleman, he swooned in and snapped up every single item for himself. Cost him half a million, so they say. Snatched it all out of reach of the common man. William Turner didn't leave a will. It was a public auction. And it was the right of any man to do what I did. And if it's any consolation, my father called it a waste of family money. He doesn't much care for art. Perhaps if another man, like say Mr. Edison, had died, and I bought up his estate, пока нас это не особо интересует, да? Отобрал у него. Так, ну мне не он нужен. Хорошо посидеть. Так, нет, он мне не интересует. Давай кого-то. Так это было уже, опять горит. I smell smoke. If you didn't do it, I demand to know who poisoned my drink. Отравил напиток? You wait right here. I'll be back. Вот это нам нужно хорошо прослушать. Их разговор. That's not what we agreed. Well, that was before I got hit in the face. Так, почём-ка за ними? Те кусочки я уже все просматривала. Вы мне вот это мама. Go and do what I told you. I have to get inside that room. I have something on this. My patience is wearing thin. I'll tell them, don't push me. Push you? Откуда вас? There can't be that many cuts of steak in there. Choose one and get moving. Он там, наверное, не стейк берет. Что там? Он делает. Нож? Only so much a man can endure. Believe me, women are no different. Он ее завалить хочет. How long are you going to stand there? I said, how long are you going to... Please!
I just want a moment of peace. I don't have time for this. I've suffered too, you know. Madam, I don't know you, but I know I would win that contest. No, you wouldn't. I had this one. A good one. God knows I loved him. But I abandoned him so I could escape the men who called themselves my masters. God knows that too. I ran all the way to America, but even here, even now, you people still all want to control me. But you don't understand. I already have a master. My master is my shame. The shame I feel for leaving my boy. And now I realize I will never give them. Возьми уже это мясо. You tell them whatever you want. You cannot control me. Told me quite plainly. I think. No. I've been trying to force you to help me because I was afraid that if I begged you wouldn't do it. I don't want to control anyone. I just want to get inside that room. Mr. Tesla promised me some money to start a new life in this country. But he left me nothing. Может, он поэтому его грохнул? You can keep what's there. Нет, я думаю, там не деньги. Изобретение, может быть, какое-нибудь. Конец второй главы. Так, теперь получается третья. А, это то, что мы успели узнать, да, получается? Про нее. Ну, мы кое-что еще посмотрели, конечно. Давайте начнем это. Третью. Как ее начать? А, давайте, может быть, даже и в следующей серии. Может быть, я там даже и доиграю. Пока мне непонятно, кто мог это совершить. Я думала вот на этих. Но... непонятно. Он говорит, он Тесла обещал дать денег. Он мог убить его, что там не дал. Может быть, они поссорились как-то. Флора вроде свои какие-то цели преследует. Так, этот непонятный... Вот этот вот еще. Сара, мне кажется, просто пудрит мозг. Манди я не подозреваю. Так что ладно, давайте пока я буду думать, на кого же все-таки пойдет подозрение. И продолжим мы с вами в следующей серии. Спасибо за просмотр. Пока. There is no...